Түн одымадым, күндіз олырмадым, қара терімді төктім, қызылғанымды жүгірттім, түрк бұдан үшін. Ел аман болсын. Жер аман болсын, ағайындар. Жұрт аман болсын, туыстар. Ағайын аман болсын. Аумин. Аумин. Қайтейін, арманда кетті жарып. Сан білетің сен. Қымбатты бауырларым. Халқы бар жоқ. Қазақ халқында бірлік болмай, тірлік болмас деген қанатты сөз бар. Ең алдыменен қазіргі қиын қыстау жағдайда
Тәуелсіздігімізді орнып тұру үшін өз қазақ халқымыздың ауыз бірлігі керек. Құруға, жүзге бөліну бұл демократияға төнген қауіп, жастар сақ болу керек бұл жолда. Ал қиындықпен күреспен келген тәуелсіздігімізді баянды етудің бір ғана жолы бар. Ар-намысым, қасіретім, мақтанышым желтоқсан атты жиындарыңыз сол бір қасиетті ұғымды басшылыққа алып отыр деп сенемін. Қазір күрделі кезеңде өмір сүріп отырмыз. Бірақ біз тек өмір сүріп отырған жоқпыз. Өткеннің өктемдігінен арылдық. Бүгінгі жиындарыңыз соның айқын айғағы. Тәуелсіз елдердің келешегі жастар. Сіздер. Бүгін елдің елдігі сынға түскен ауыр сағатта қайсарлық танытқан жастарымызға құрмет көрсетіп отырып, мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды етуге ұмтылайық. Әр қашанда бірлігіміз болсын. 16 әлем не істеп отыр екен? Шуағын айт. Футболаны сапқа жүктері. Слышь, командир, достань мячик, а? Футбол поиграем. Может, тебе морду вареньем намазать? Сопи, пока сопится. Ну ты че, командир? Лучше футбол поиграть, это же Мазлёва. Отойди от двери. Я бауырлар, қазірде құлдықтамыз. Онай, құлымыздың ғана ұлымет,
Бунтари, Сеньке Разин. Не нравится им советская власть, товарищ генерал? Мы парламентеры. О, парламентеры. Да, мы представители народа. Эй, Сенька, мы от нас жили пацаны. Я вам уже сказала, что мы парламентеры. От имени народа мы хотим переговорить с представителем власти. Если она здесь есть. Да. Есть, есть представители власти, не беспокойтесь. Ну, а вы кто будете? Вас кто сюда прислал? Вы что, агенты ЦРУ? Москва буларын да гельсерми, да и барандар. Коммунисты среди вас есть? Мы все комсомольцы. Товарищ генерал, они хотят выгнать русских из Казахстана. Выступают против Колбина. И чего захотели, парламентеры? Кто уполномочил? Мы хотим, чтобы вы считались нашим мнением. У нас должен быть свой лидер. Да. Может, и себя предложат? Очки. Я вам советую разойтись по-хорошему. Свободны. Убрать их. Что стоите, как истуканы? Команда не остановлена кругом! Ha ha ha!
руки за голову! Руки за голову! Демократического стоматита. Стоматита. Погибла идея. Я погибаю еще раз. Иосиф. Я погибаю еще раз. Я бродит по миру. Призрак корпоративного капитализма. Садись. Молгун. В глаза! В глаза смотреть! Наркоманка. Быстрее! Фамилия? Калмурат. Зовут? Курман. Учишься? В театральном. Врешь, Молгун. Не вру, в театральном. Врешь? Не вру. Врешь, сука. А ну-ка. Политехнический факультет? Инженерный. ПГС? ПГС. Курс? Третий. Вот так-то, наркоман. Да у тебя на морде написано, что ты наркоман. А ну-ка, голову налево. Прямо. Прямо. Ишь ты, Исатай Махамбет. Отпустите. Гай, шагай. Быстрее. Милые, мы тебя просто сдавим. Этого я не знаю. Thank you.
Не захотел греться, а вот здесь остудись. Тебе здесь будет хорошо, родной. Осторожно, осторожно, не бейте его. Эй, сторож! Эй, сторож! Спишь, что ли, там? Ты что, уснул, падла, э? Сюда иди! Ну-ка, бегом! Волшебное слово знаешь, бегом, ну, быстро! Ну-ка, давай на второй этаж, там кумыс надо разгрузить. Молчать! Молчать, Антон! Ты что? Отпусти! Слушай, ты что? Отпусти, говорю! Куда ты? Я могу получить счет такой! Отпусти, говорю! А, умри! Ты что? Только. Дергается, сучка. Штаб, штаб, слышите меня? Алло, штаб, штаб, мы действуем по плану. Какая совесть? Ты чё, мелешь? Дура! Вы сами решили, что вам все позволено. Да, да. Ненавижу я вас. Ненавижу. Ненавижу. Просто меня ненавидишь. Ненавижу, да? Служба. Thank you.
связь, черт возьми, спите, что ли? Уран! Уран! Вызывает опергруппа! Опергруппа, слышим вас, докладывает. Товарищ генерал, операцию завершили, ждем вашу команду. Какую команду? Делайте с ними, что хотите. Мы уже готовимся к операции «Метель». Понял. Слушаю. Все сделаю, товарищ генерал. Опергруппа, к нам прибывает подкрепление из Тбилиси, Уфы, Фрунзе, из Ташкента. А из Новосибирска ребята уже дают жару. Товарищ генерал, мы тоже не отстаем. Мы из этих колпитов все вышли. Отгрузим и сметем. Ну, добро. Управитесь, возвращайтесь в штаб. Есть. Как с техникой? Хватает, бульдозеры уже работают.
Жауздардың тұрса желі оңынан, жан азабын тартаранық соңынан. Ессіз бүгін қанша, құтырып, құлшынар, ертең сонша өкінішке тұншығар. Үзгігісі қанша егіліп қорлансын, жаны жәнәт табар, үзгі болғансын. Азат! Азат! Құтты біліктің осы жолдарынан кейін, сасырнай мен азаншының дауысын салсам дебем. Сен соған қалай қарайсың? Айта бер. Әрі қарай домбыра, сыбызғы, қобызындерінің әуендері қосылып кетсе, тамаша кеші қадау деймін. Сарызек таласының иісі, бұлақ сылдыры. Солай емес пе, Азат? Я-я, құтты білікті қайталас? Бәрі өтер, ештеңе жоқ көшпейтін, жақсылық қыл, өзің кетсең өшпейтін, қалар дүние тұлған. Міне, мен де келіп жеттім. Сені көріп бәрінде ұмытып қалдым ғой. Қай жерге келіп едім мен? Аспанда ғайым. Туған өлер ақыры, жақсы жаман атың қалар асылы. Жаманнан қаш, күйіндірер кегі жер. Ізгі атың, ізгісіңді білдізер. Жаманға сен жолама, жаласына жан аштың. Жақсылыққа жанастан, жақсылығын табарсың. Өзіне шау іздеме де, төкпе қан, бұл қосынан ұлытады кетсе жан. Арамнан бер, сақ болып ұн құрылы, харам жүрші орны тозақ құдық. Барша елге бауырмал бұл қарашы, жанға жаулық қылма, жолдан адам. Шарап ішпе, азғындықтан қорған күн, бұл екеуі бұзар сарай ойланды. Өлім үшін тұвар жар көрген шын, ат менің қалдырады өлген шар. Тербер дүние, алданыш пен әлеге, ұйықтап кетсе ғарып күні ән биле. Бұлға құлық ұйқымен естандыра, ұйықтаған шын, құйрезді қалдыр. Ну что ты там бутылка? Ничего. Ты гляди-ка, а? Хозяин страны. А я подумал, ты уже мороженое. Ну ничего, сейчас за тобой. Ну что, мразь, что ты захлебнулся? Хороший, Ямайка, хороший коньяк! Казахстанка! Уходим! Давай, тащи его в машину! Слушай, так, что здесь? Что, нажрался, что ли, уже? Свинье. Хорошо, идем, сейчас за нами доктор приедет. Фу, что за дрянь! Хватит пить, смотри за холодильником. Давай, бросай. Куда ж ты жиреешь, тварь? Ну, давай, родной, давай, залай. Вот так. Поехали. Ну, двигайся, двигайся, давай, двигайся. А вот это я, Кинг. Ну, давай. Да ноги тоже ставь, стерва, ну. Где солома? План где, тварь? Показывай. Рыжий, быстро. Потом, потом. Пошел. И ты тоже пошел. Ну, куда ты пошел? Паша, сюда иди, сколько раз тебе сказать можно? Ну, иди. Алташи, они психи. Можем сколько вам угодно держать. Да хоть всю жизнь. Да, 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 да. Да, у них у всех маниакально-депрессивный психоз. Да, 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 да. Поэтому они все бушуют. Да, да, да. Пусть площади прямо сюда доставят. Ага. Они все наркоманы. Да, 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 да. Понял. Я вас понял, товарищ секретарь. Слушай, я писать хочу. Отпусти меня. Потерпи, ублюдок. Ну, стой, сколько можно терпеть? Я пошел. Куда? Куда? Стреляй! Ну, вставай. Хорош притворяться. Катан! Катан, догони его! Сука! Рыжий, ну чего ты стоишь? Смотри, где он? Твою мать, блядь!
Что, Габан, я тебя убью, нафиг! Припишем. Смотри, смотри! Где ты, вода, подбавь! Еще смотри! Где еще? Габан, догоняй! Да бегу, бегу я! Меши! Стой! Стой! Ну вот эти крыльцы, у меня этот щенок спал, а? Только вы поймали козла. Ну, кабан, сука. Если уйдет, блядь, а? Я не уйдет, а начальник уйдет, никуда не уйдет, никуда не уйдет. Туда, да. Сквер! Сквер, его конь, сквер! Уйдет, сука, не уйдет, га. Гору куда? Не задавать вопросов. Тихо сидеть. Ну, я делить всегда не буду. Если бы сам ходил в столовую. Thank you.
Обращение ЦК Компартии Казахстана, Президиума Верховного Совета Казахской ССР, Совета Министров Казахской ССР, гражданам города Алматы. Товарищи, граждане города Алматы, многие из вас в эти дни были свидетелями беспрецедентных общественно опасных действий хулиганствующей молодежи, спровоцированной националистическими элементами. На улицах и площадях города допускаются злостные нарушения общественного порядка, оскорбления и насилие над невинными людьми, погромы, грабежи и поджоги. Эти отвратительные поступки совершаются под воздействием алкоголя и наркотиков, сопровождаются демагогическими лозунгами в защиту якобы ущемленного национального достоинства коренного населения. Тем самым наносится ущерб завоеваниям ленинской национальной политики, священной дружбе братских народов. Партийные и советские органы принимают соответствующие меры по наведению порядка, обеспечению нормальной жизнедеятельности города. К большому сожалению, беспорядки в городе продолжаются. ЦК Компартии Казахстана, Президиум Верховного Совета Казахской ССР, Совет Министров Республики обращаются к вам, гражданам столицы, с просьбой оказать всемерное содействие в нормализации обстановки в городе. Учителя, педагоги, наставники молодежи и родители, вы в особом ответе за сознательность,
гражданскую зрелость юношей и девушек. Всю силу своего высокого авторитета, непоколебимую идейную убежденность вы должны противопоставить чуждым нашему образу жизни влияниям и поступкам. Мы обращаемся к руководителям трудовых коллективов и учебных заведений с призывом обеспечить дисциплину и порядок на производстве, в учебном процессе, создать атмосферу нетерпимости к любым фактам разгильдяйства, безответственности, аполитичности. Коммунисты и комсомольцы, вы призваны крепить традиции интернационализма и дружбы народов. Классовое самосознание трудящихся, юношей и девушек, давать достойный отпор попыткам подорвать интернационалистический дух советских людей, подавать личный пример идейной убежденности, активного влияния на сознание и поведение молодежи. Выражаем уверенность, что рабочий класс, трудовая интеллигенция, учащаяся молодежь города Алматы проявит высокие морально-политические качества, будут достойны лучших традиций партии и советского народа. Центральный комитет Компартии Казахстана, Президиум Верховного Совета Казахской ССР, Совет Министров Казахской ССР. Сочиняет анекдот. А кто сочиняет, тот и сидит. Да, быстро разобрали арматуру и... На посадку! Быстрее, быстрее, быстрее! Ну, поехали! Фамилия? Антонов. Антонов я. Почему Антонов? Ну, Антонов потому что. Ты что, издеваешься, что надо мной? По морде казах, фамилия Антонов. Ты что, детдомовский, что ли, а? Нет. Слушайте, почему вы на меня кричите? Я вам что, преступник какой? На каком основании меня здесь держите? Здесь вопросы задаю я. Ну, допустим, ты, Антонов. Может, ты еще Иван Иванович? А? Нет. Я Николай Николаевич.
Что? Николай Николаевич? Сукин ты сын. Ты на морду свою посмотри, Николай Николаевич. Откуда ты взялся такой? Где работаешь? А? Алан Хосе из Якутска. Невыполнение приказа. Да все я прекрасно понимаю. Ну, слава богу. Ну, не знаю. Вадим Иванович, а мы ведь сами видели, как несколько казахов-студентов вбежали в общежитие. Мы это видели? Ну и что? У меня учатся не только казахи, но и русские тоже. И никто из них, повторяю, никто, ни казахи, ни русские, ни евреи не ходили на площадь. Не хочу я больше разговаривать на эту тему. И что не сделали вам плохого, казахи? Ничего. Мы и на вас управу найдем. Двое по лестнице, вы один по коридору. Вы меня извините, но я устал уже повторять вам. Не нарушайте порядок в общежитии. Прошу вас, покиньте помещение. И ребят заберите, пожалуйста. Прошу. Это не ваше дело. Ничего. И вообще. Значит, вы не знаете, где вы были в 17 часов. Смотрите сюда. Вот это площадь имени Брежнева. Вот это улица Мира. Вот здесь было совершено убийство. Где ты был? Я уже сказал. Смотри сюда. Вот этот крестик, который поближе к убитому. Это Азат Ергалиев. А вот этот, который подальше. Это ты. Да? Вранье. Мы не были там. Мы были на площади со стороны Фурманова. Смотри. Что это? Внимательно смотри. Откуда у вас? А? Объяснить? Вооруженное нападение. На лицо, исполняющее служебные обязанности. Да, это большой срок. До 12 лет! И вернемся к прежнему варианту. Злостное хулиганство, всего лишь с участием. До 1 года. Может, даже условно. Тебе решать. Нас не было там. Не было. Так что ж ты нам врешь-то, а? Вот здесь ты был, здесь! И ты участвовал в зверском убийстве! Ты! Благодарите, Дурец. Это так поздно. А мы что, Мингой, Азат-то? Аманжол, кто там? Сенбей тендерет. Его не было. Кайсан, я барабан сделал. Азат, что случилось? Брысь отсюда. Балайот тентек. Синдуй. Жамиляш, кофедем дешан. Кормиган ты кофедем, кормиган! Не волдуй. Что взбесился там? А? Коинш, Лотер. Сен не? Сен налаңда болдың ба? Бейт, не пластыр болса. Жамиляш, Жамиля, бинт не пластырак мыш? Кана? Сейчас. Көрсетші. Женешем қалай? Ма? Қазір үйде ме? Қашан бостанады? Мен оны қайдап дейін. Қалада 2-3 күннен бері байланыс жоқ. Үзіп тастаған. Телефон соғып, ала алмай отырмын. Я солай. Сендердің бұл әрекеттерің түбі жақсылыққа бармайды, біліп қой. Жамиля, бинт тақпыш. Жамиля. Ну что еще? Иду. Ту, үріңді бастапты ғой. Бар, тазалап жуып біл. Бара ғой. Ah.
Манжо, пойдем, отойдем, нам надо с тобой поговорить. А, дякса, дякса, дир. Дирох. А, дир. Ты что, спятил? Уверена, его ищут. Сюда вот-вот может наглянуть милиция. Что ты им скажешь, когда тебя спросят, почему ты его укрыл? Он мой брат. Но ты за него не ответчик. А что же делать? Подумай. Тебе скоро заслуженного дадут. Откарыныза. Барама. Мужики, сюда! Эй, ты! Эй, старик! Парня тут не видел? И темная куртка, полосы на рукавах! Ты чего? Чего молчишь? Язык проглотил. Чего молчишь, говорю? Ну, отвечай! Стоять! Смирно! На субботник шага марш! Зачем? Крыша поехала. Да пошел! Да ладно ты! Давай, мужики, за гаражами посмотрим. Давай! Вон туда! Я знаю разные стороны. Дядя, не лезь не в свои дела. Знаете, десятый час езжу, вижу проломленные вами черепа. У меня что, своей работы мало? Сколько можно подбирать трупы, оставленные вами? Вот ты. Сколько проломил? Я? Мы никого. Нам сказали, бейте, но не добивайте. Ведь так же? Да, да, и вообще, мы действовали по инструкции. Да. По чьей инструкции? Самого парткома. Да. Советую, убирайтесь, а. Честное слово, заведу дело. А с этим что делать? Давайте в машину. Пошли. Иди. Отпусти. Свободный. Идите, идите. Ну. А теперь говори, куда везти? То есть как? Ты же до кого-то дозванивался. Напрасно. Вся связь в городе отключена. Интернационально 18. Валера, слышал? Давай. Ложись на кушетку. Зачем? Надо, надо, рану тебе обработаем. Спокойно. Тихо, 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 тихо. Скажите, зачем вы это сделали? Что именно? Ну, спасли меня. Ты не торопись меня зачислять в союзники. Бороться надо не за казахов в правительстве, а за влияние народа на правительство. Ну как? Тихо, тихо. Спроси что-нибудь полегче. Вот вчера что было у вас? Не эмоции, нервишки. Вот и бьют вас Корченков. Да еще и провоцируют. Кен. Спокойно. На что провоцируют? А чтобы вы кричали. Долой русских. Ведь верно. Кричат некоторые. Вот в России, например. Потерпи, потерпи. Многие деревни пустуют. А тут казахи на своей земле беженцы. Система такая. Аппарат, власть. Потерпи. Потерпи, дорогой. Потерпи. Все. Да, боюсь, что шрам у тебя теперь на всю жизнь останется. Валера, поехали.
Да, неловко пользуются национальными распрями. Побаивается этот аппарат всяких волнений. Но более того, они его устраивают. В каком смысле? Понимаешь, любое справедливое требование народа для них кое с горли. А распри ее подтачивают. Радищева читал? Только путешествие из Петербурга в Москву. А в другом труде у него сказано: истинная нравственность наступит тогда, когда человек не только умом, но и чувственно ощутит свою сопричастность не только к живому, но и неживому. Красиво сказано. А что же делать тогда, когда целому народу грозит опасность исчезновения, как нации? Да и не только казахам. Вот этого я тоже не понимаю. В Америке живут десятки национальностей. Каждый сохраняет свою культуру. Но говорят-то все на английском, и от этого никаких катастроф. Так в Америке испанец знает, что у него есть Испания, и что его язык никогда не умрет. Так и китайцы, и все другие. Но я не понимаю, когда в своей же собственной стране забываешь язык предков. И что особенно важно, предстоящую работу Верховного Совета, его комиссий, в рамках которой национальные проблемы вот должны что найти комплексное и всестороннее решение. Поехали ко мне домой. Пересидишь, пока все это уляжется. Спасибо. Ну, я собрался у дяди. Вы и так много сделали. Ну, смотри. У дяди. Так у дяди. Егеринің скелетін болса, бізге хабарлаңыз. Оны көрмесем, қалай хабарлайым? Если он все-таки появится... Я надеюсь, вы как честный гражданин нам сообщите. Я вам повторяю, если я его не вижу, как могу сообщить вам? Врешь, а? Вы смотри, я проверю. Скажешь, где он еще может быть? Говори, дерьмо. Отпустите меня, ради бога. Я же к вам на службу не нанимался. Одна мне нанимается. Мы берем сами. Пошел ты! Ну, говори. Где? Последний. Какой? Может быть, у девушки своей. По машинам. Как ее зовут? Это... Пошел! Ассаламу алейкум, аға. Бетіңе не болған? Сені жаңа ғана милиция іздеп келді. Білем. Білемін? Сонда біле тұра келіп тұрмысың? Қайда бар дейсіз? Дұрыс қой. Осы не болып бара жатыр? Не болып? Біз алаңға шыққанда 17-сінде сіздерге сендік қой. Қайта құру, демократия, жариялық дедіңіздер. Ал біз ан жақта қан жоса болдық. Көрмеген қорлығымыз жоқ. Енді кеп келімсектерге талаттыңдар. Не? Арпылдамағаны қалмады. Комендант қой керген, жата бер. Горенко, не беспокойся, иду, жата бер. Жаңа милиция келіп кеткенге, жеңешең мазасыздан жатыр. Нервісіне тимей ақ қояйық. Е, жаңа неге келіп тоқта бердік? Сіздің абыройыңызға. Ты напрасно иронизируешь. Мен әлі өз ойымнан тайған жоқ. Қазаққа егемендік керек. Бірақ мен көп ойландым. Бұлшым мынандай. Мы еще не созрели. Мен кеше сендерге алаңға шығыңдар деп бекер айтқан екен. Түсінбедім. Сонда қалай, а? Саяси азаттыққа жету үшін біздер мәдениеттілікке үйренуіміз керек. А вчерашний шабаш... Сонда қалай, біз сіздің сенімімізді ақтамаған ба шықтық қой? Понимай, как хочешь. Бірақ асатик.
кешегі бұл митингінің мен үлкен той болады деп ойлап едім ғой. А вышла мерзость. Қан төгіс, улап, шулап, дикость. Жалпы былай. Саған бала мен. Мен саған бір сенімді әдіс берейін, барасың ба? Өйтіп қиналмай ақ қойыңыз. Жарайды онда. Үйге кірем десең кір. Өзің бір. Арқа сүйер қорғаның болмаған соң. Иди. Стоять. Вперед. Зоя Космодемьянская. Блять. Стой здесь, сержант. Я думаю, ты посидишь, подумаешь и подпишешь. Не такие подписывали. Я же сказала, что ничего подписывать не буду. Старая, ну-ка скажи, молодой исполнительный прибегал. Что молчишь, говори, где он? Куда побежал? Куда побежал? Марья Ивановна, вам помочь или нет? Спасибо, доченька, я сама. Ты куда спешишь-то с утра? Салимаш, ты ключи-то матери оставила? Да, Марья Ивановна, у вас на столе, я вернусь поздно. Что они думают, и бегают кругом, бегают, солдаты шныряются. Самая нелепая ошибка, ошибка.
Граждане пассажиры, подъезжаем к погранпосту. Приготовьте документы на проверку. Покажите. На корабль. Я в это вернусь. Спасибо, профессор. Спасибо, профессор. Ахамада Гельмас, Артыс Гашлыкин. Рахмет, Харнас. Сен, Харайда Шанлар Корпа. Абайланс. Меньше Хансом Ардына Сендешик.
ақылды кішіме екен, қозының бауырына кіріп жылынып жатты. Ұнаймас саған, ертең үлкен бөрі бөсір болады, ала қой. Мүйсінің қалай? А? Күлжан. Менің атым Азат. Ақылды бол. Ұнан ала кетің, жолда тамақтанырсың. Мен әкеші жым азаттықтан сып, Азат деп атапты. Ұмытпа. Сау бол. Менің атым Азат. Ұмытпа, Гүлжан. Ассалаумағалейкум, байқалаға. Әй, Азат, теңізде жүр. Абай бол. Тәрбиемді алған, онда іске баруы мүмкін емес еді ғой. Ойым жетпейді. Әй, қойшы, сабыр ет, Иманбай. Өзің көріп жүрсің ғой, қазір заман солай. Сталин заманы болса ғой. Ай, ақыл естен айырылған ішкіштері үшін, есірткіден бас айналған. Дұрыс айтасың. Қазіргі контингенттер ғой олар. Дұрыс, дұрыс. Біздің көргенімізді олар көрген жоқ. Қиыншылықта, жоқшылықта, аштықта өссе ғой, біз сияқты көрер едім. Құрайлы, ашта жалаң ашта болдық. Соның көзінде жұмған аузымызды аштық ба? Алаң қашын су көтермекті көлі бір ауыз сөз үшін ит шеккен қайдаған жоқ болды. Е, алы келістік бе сонымен? Бұлай, шал, Боранбайдан жасырын деп ойлыпа. Келсе, протоколын толтырам, етаппен Алматыға бір ақ ай дейін. Мұның сені ұмытпа, бұл жоғарыдан келген бұйрық, есіңде болсын, секаның бұйрығы. Мен көрсетем сендегі жариялықтың әкесін. Осы ұмыт болсын, жоғарыда. Лейтенант. Хорошо, хорошо. Иду. Че ты? Мен бұл старым өзіп бұрып өзім, өзім айта там. Апатайым мен. Құлыным, бұтықандым мені. Ассалаумағалейкум, көкі. Ол жаратқан күніне жазып едік саған. Не істеген олар саған? Болды, болды. Әкесі ол қара жаңына қайта келмей тұрып жазып саған қайтем. Болды, абызымаңызды. Жылымды тамақшы балғысың өзінде кетем. Қайда барасың, құна тұрың мен, құдайым ау, не істеймін сенді? Ей, боздай бермей тамағын бер. Құдайым ау, құлыным ау, ұмтымасың, бәрі су-су көрім. Тәйтәрі зарлады берме. Ой, құлыным ай. Қойсаң үшін. Төрлет балам. Болды, апа. Баласың, қойшын. Жей қой. Тойып ал. Сорпа ішесің. Құлыным менің. Жей қой, балам. Аузың күйіп қалмас, бұты қаным менің. Ше қой. Үйдің дәмін сағында жылы. Жетті. Жетті қой бізі басынғандар. 70 жылдан бері ластанбаған ештеңеміз қалмады. Неге жатақтай береміз? Жаба аузыңды. Біздің әкеміз партия үшін, отанымыз үшін, Москваны қорғаған қан түкін. Әне әке шешенді, мұна біздерді неге ойламайсың? Басың бар ма, жоқ па? Атырмен әлі, мұна ел жұтқы масқар болдық қой. Қайда бір келсе келді, мен неге қоным керек?
Ұшағымызды жай-жай төрімізден де, егемендігімізден де жұрдай болдым. Балдай қайлы ба! Әй, сенің ана мәскеулік отандастарын біздің қанымызды тап қазір Алматыда төгіп жатыр. Неге сон түсінбейсің? Олардың басымына мына сендер сияқты мәңгүрттер айыпты. Жай, түсінетін уақыт болды емес пе? Қайдағы бір экстремистер сені түкіметіне қарсы шығып, ойрандап жатса сонда немді біз қарап отыруымыз керек пе? Ал білгендерді істеп, мен сендер түгілі біздің совет үкіметін гитлерге қотанбаған. Сонда бұзақы экстремист мен ғой. Халық жауыда мен шығармын. Жапонның, американдықтар, тағана Мазамбиктің де шпионы мен шығармын, ә? Мә, айтып тастай. Әйтпесе тұтқында. Ал тұтқында қолыңнан келсе. Мүмкін саған ескертіп қоярсың совет үкіметі. Павлик Морозов. Әй, қайдағы бір Ульяновскіден жаман орыс келді деп той тойлауымыз керек пе? Тыныш! Тыным ау! Не, қорқасың ба? Айдаладағы көпірде де ауыл совет, әйтпесе мос советтің тыңшы ма шығар? Қара, тың! Көр әлі көпірдің асып түссін! Мә, шалбарымды шешіп қара! Мүмкін ішінде микрофон салбырап тұрған шығар! Тыныш! Тыныш! Керек болып қойшы, бәрелем ау! Азылды ба? Мен емес өзің ғой басылдап тұрған! Азат! Ей, қойшы! Азат, азат! Бұл сорақылықтарды мен коммунист ретінде қолдамаймын. Шектен шыққан бұзақылық екен ана газеттерде жазып жатыр. Оқы, сауатың бар емес пе? Сенің ана коммунистеріңнің Алматыда не істеп жатқанын білесің бе? Олар қыздарымызды ұрлап, темір арматура мен сапер күрекпен басымызды жарып, бәрімізді итке талатып, қанымызды судай шашты. Азат! Құтылғанымыз құтылдық, құтылмағанымыз қалды. Сасыған қоқырсықта, азат, мына сүкірге аязда. Жа, қойшы енді, тоғар, қызылданба. Алматыға қайтам дедің ғой жаңа. Иә, ләззат табуым керек. Аман болса болар еді. Қазір ана сабарникпен жіберемін. Үйге барып дем ала бер, өзім шақыртам. ...17-18 декабря на площади имени Брежнева и улицах Алматы. Подстрекаемые националистически настроенные элементы, группы студентов грубо нарушали общественный порядок, устраивали поджоги и погромы, избивали ни в чем не повинных граждан. Все это сопровождалось демагогическими лозунгами в защиту якобы ущемленного национального достоинства казахов. Нам горько сознавать, что эти бесчинства совершали молодые Шала. Люди, воспитываемые советской школой комсомолом на традициях интернационализма и дружбы народов. Какое право имели эти хулиганы, большинство из которых были подводительны в алкоголе и наркотике, выступать от имени казахского народа? Өмкей бүлгіштер. Сабыр ет болды. Тыңшталыңдар дедім ғой. Не жаздым екен мен саған? Алған үлгін қайда? Тәрбиен қайда? Кісіге тірі жанға сені қол көтереді деп ойламаймын. Тегін тәлімін бар емес пе? Анаң таңырат, мұна әкеңді жерге қаратып отырғаның не қылғаның? Айтқаны, мұна сойқаныңнан кейін не істемексің? Мұна бұлжырақтың бәрі өтірік, бізде кінә жоқ! Жә, суырылма! Радио өтірік айтпайды. Мүмкін білгіштер. Аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін деген. Оқ, жоғарғы адамдарда сенің шаруан қанша, оқуыңды оқып, өз жөніңмен жүре бермейсің бе? Қайдағы жөн! Әке, 40 жыл бойы аузыңызды ашпай соққа жегілдіңіз. Соғыста болдыңыз, жараландыңыз. Сол еңбегіңіздің рахатын көрдіңіз бе? Кәні, қайда? Мына жапырайған үйіңіз бе? Әлдана қораңыздағы 5-6 қой ешкіңіз бе? Ол да болса сіздік емес, парторгтікі. Хозяин страны. Алтын күн батып барады, күйдіріп көктің жиегін. Құралай көзді қарағым, болдың ба еріп жүрегім. Құралай көзді қарағым, қолыңа қардай бәдесті, қандай қызыл жібекпен ақ бәдеске өрнек. Алтын күн батып барады, алтын күн ақырын өледі, сорлы бұлттар солғышар, қан жылап күнді күн өлді, күн күңіреді, жер жамылды қарасын, құралай көзді қарағым, кестеңді қашан. Судай, сұлу сәулетай, бір қарашы аңсадым, судойнаған шамақтай, сүйреңдейді соңсы. Қабаққа қатар түсілген, кірпік пе, қараш бек пе, бір қарашы қарағым, бұл толды ғой жүрек. Табағың шықпа қарағым,
жаныңа жақын керей, қар бетіне қан бене. Не деп жаздың көрейін? Тым жақында бармаймын, жырақтан жарар көз салсам, не деп жаздың қарағым? Ер үшінің ер болсам. Құралай көзді қарағым, жарладау жас жүрек, көзіме қан толтырды, қар үстінде қан жүрек. Ер үшінің ер үшін. Өмірді аят етейін. Сүйріктей сұлу соқсағын, мен садаға кетейін. Түнірген түн өледі, ағарған анау таңыма, ақ бәдестің бетінде жүрегім қаныма. Ел үшін, ел үшін. Өлесің жүрек дүрсілде, құралай көзді қарағым, кестеге қарап күрсін бе. Құралай көзді қарағым, аттан айын таңмеден, ақ бәдес ақ жалауын кестеленген қанменен. Қош бол енді қарағым, мені сіңе алғайсың, енді бәдес бетіне. Иманды бол. Иманды бол деп жазғайсың. Алтын күн шығып келеді, алтында көптің жиегін. Құралай көзді қарағым, ере бер жүрегін. Ере бер жүрегін. Сау бол, көріскен Шайдар. Ләзетті көрсен қабар бір. Апама көкіме сәлем айт. Көріскенше, аман болыңдар. Встать! А
От меня никто не уходил. Взять его быстро! Подожди, прямо здесь! Сәлеметсіз, бапай. Маған сеніңіз. Адамның алдында да, Құдайдың алдында да, заңның алдында да азаттың ешқандай кінәші жоқ. Жоғыр сотқа... Рахмет. Менің қойыр сұрақтарым бар. Бұл үсті қайта қараулар дейсі. Еркен өтеген. Я? Вас председатель суда приглашаю. Да, я не забыл. Вы взяли белые регалии? Вот он, как сказали, так и сделал. Апай, уақыт болып қалды. Кешіріңіз, мені күтіп қалды. Жалғыз өзіңе сендік. Жарайды. Проходи. Встать. А ты садись. А ну вы, Ергалиев, иди-ка сюда. Одень эту куртку. Одевай. Сюда. Сержант, свидетель давай. Свидетели, проходите. Здравствуйте. Товарищи, я прошу внимательно осмотреть стоящих перед вами людей и определить, кто был из них на месте преступления. Этот, тот. Вы знаете, мы живем на третьем этаже, было уже темно. Погоди, и... расстояние было 40 метров. К тому же темновато, далеко, и все они к нам спиной. Товарищи, 40 метров это не расстояние. Я вот свою жену за километр узнаю. Я тоже, вы знаете. Без шуток, товарищи. Произошло убийство, и убийца, возможно, перед вами. Да. Продолжаем. К стене лицом! Смотрите внимательно. Я помню. Вот тот, который убитый, ударил его по спине. Точно. Палкой ударил. Нет, прутом таким длинным. А, железным прутом! Вот, убитый дружинник держал в руке кусок арматуры. Палка ударил. Его палка. Ударил? Или куртку? Вы знаете, азиатские лица, все как-то на одно лицо. Темно же было, но куртка точно. Да. Ну, скажи. Да, он упал. Было темно, плохо видно. Но я разглядела, как он встал и сильно ударил его кулаком. Сильно ударил? Отчего тот упал на асфальт и зашиб затылок? Да. Отчего, товарищи, и наступила смерть. Спасибо, товарищи. Вы свободны. Всего доброго. Проходите. До свидания. Да. Так. Давайте поторапливайтесь. Так, давайте поторапливайтесь. Это вам? Так. Поздравляю, майор. Пошел докладывать. Снимай куртку, Ергалиев. Только куртка не моя.
И вы должны это выяснить. Выясним, выясним. Чем сейчас и будем заниматься. А? Узнаешь? А? Угу. Платок мой. Но куртка чужая. Платок твой. На нем твоя кровь. А изъяли мы его вот из этой твоей куртки. Вот так, Ергалиев. Чужую же подсунули. Да. Мне больше делать нечего. Куртку ты взял у друзей. Студенты все так делают. Сам был студентом, знаю. Твоя куртка. Что теперь будет? Ну, будет. Я же не убивал ваших дружинников. Но меня же не было на том месте. Я не убивал, и куртка чужая, не моя! Тишина! Отставить! Я сам разберусь. Убивал, не убивал. Был на площади, раздавал водку, наркотики. Да чужая это! Не моя эта куртка! Да не убивал я вашего дружинника! Лицом к стене. Пошел. Тащенов пошел. Пошевеливайся давай. Апай. Сты меня на лук пойду. А? Неге? Бельмеем, бельмеем. Кешеркс. Пожалуйста. Алаңда болғаның өтірігі емес қой. Сәтбай, мир көшелерінің қиылысында дружинекті көрдің қой. Оны аяқпен сабағаныңды жазып, қолыңды қоясың. Үгіндемейсі. Сен түгіл сенен зорларда табанымыз жалаған жалынап. Мажырайма. Ты у нас подпишешь признание. Баран. Сендер үшін қарабет болдық малғындар. Таких надо расстреливать. Ты у меня сгниешь здесь, сука! Именем Казахской Советской Социалистической Республики, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Казахской ССР в составе председательствующего члена Верховного Суда Казахской ССР Баранник, народных заседателей Верховного Суда Казахской ССР Аганова и Копылова при секретаре Жусубекове рассмотрела с 20 мая по 10 июня 1987 года в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний Верховного Суда Казахской ССР уголовное дело по обвинению Ергалиева Азата Иманбаевича 1966 года рождения, уроженца Ленгерского района Чимкентской области, казаха, гражданина СССР, беспартийного, холостого, ранее несудимого, студента КазГУ имени Кирова, первого курса юридического факультета. Под стражей содержится с 24 декабря 1986 года. Ергалиев, воспользовавшись сложившейся ситуацией, 18 декабря 1986 года, вооружившись балкой-брусом от скамейки с целью умышленного убийства народного дружинника и работника милиции, подбежал к ним и стал наносить удары по голове, каждый из которых являлся смертельным. В организации участия массовых беспорядков, в разжигании межнациональной розни виновным себя не признал. Однако виновность его в совершении преступлений при указанных выше обстоятельствах
подтверждается, а его доводы последующим эпизодом обвинения опровергаются проверенными в судебном заседании доказательствами. Руководствуясь статьями 287, 299, 301 УПК Казахской ССР, коллегия Верховного суда Казахской ССР приговорила признать виновным и подвергнуть мерам уголовного наказания Ергалиева Азата Иманбаевича по статьям 60-й к 3 годам лишения свободы, 65-й к 15 годам лишения свободы, по статье 88 часть 1 Уголовного кодекса Казахской ССР назначить исключительную меру наказания – смертную казнь, расстрел. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит. Председательствующий, член Верховного суда Казахской ССР Баранник, народный заседатель Верховного суда Казахской ССР Аганов Копылов. Судебное заседание объявляется закрытым. Пошли. Так, посторонись. Посторонись. Здорово. Кеш раз отшрал. Много ананын хатит. Рахмета, салем айтыңыз. Дай список. Вот, пожалуйста. Ергалиев Азат. Ергалиев Азат. Он меня улом. Он осында. Я... Он уже осужден в 88-й статье. Карап жмей, сказал. Я знаю. Ергалиев Азат. Отправлен в Сыблу. Я здесь. Ұйықтасам түсімде де, оянсам өгімде де көретінім сол күнді. Оқиғаның екінші күні мен алаңнан төмен қарай кететін, Байсейтова көшесіндегі маржан зергерлік түкенің жанында қоңшылардан жасырынып отырған. Бірнеше қыз жігіт ел ұшақты солдат қоршап алып, шыңғырта тепкілей бастады. Қан жоса болған шала жынсар денелерді бірінші аштан бірін аяқтан тас тепкінші бойымен жоғары қарай сүйрей жөнелді. Біразден соң жаншыра төмен қарай қашып келе жатқан бір қызды екі солдат қуып жетіп желкесіне саперлі күрекпен салып қалғанда бейшара ақ деуге шамасы келмей омақаса құлады. Қыз жатты қансырап. Солдаттар жан жағын ұрлана қарап дүкеннің жанына таяды да біреу сыртта қаралды деп екіншіге кіріп кетті. Қимыр жатқан қызды дружниктер таяп келген попея машинасына апарып лақтыра салды да кетіп қалды. Өне бойым қарсылдап кетті. Не бір сойқандар көз алдымыздан өткен жоқ па? Осын ертен қалқымызға жеткіз аламыз ба? Әлде. Жағдайлар қалай. Талғатта не хабар бар? Сәне шағылдарының оқуы жақсы болар. Ауылдағы ағайын туыстар, көршілердің жағдайлары қалай? Күйлі қуатты жүріп жатқан болар. Бетпақша, Ләззаттан не хабар бар? Аман сау ма? Бәріңді де сағындым. Ауылды сағындым. Апа, көке Айдар.
кездесуге келерде бір шоқ дала гүлін ала келіндер. Арым болсын. Жақында мейрам ғой. Қонақтар келіп қалғандай болсын. Өзіме келсем денсаулық жаман емес. Ертеңнен кешке дейін шексіз қиялға берілем де жатам. Тамағы тоқ, тұрмысы да жақсы бұл жердің. Тек қана бар арманым бостандық. Жоғарғы сотқа да, Горбачевқа да бәріне де хат жаздым. Жазықсыз сотталғаным туралы. Кім біледі артында боларын. Аяқтарына жығылатын мен емес. Жазымыштан өзіміз жоқ. Бір Құдайдың өзі сақтар. Туған туыстарға, көршілерге достарға менен сәлем. Беттеріңнен сүйдім. Көріскенше. Сәлем мен Азат. На это всем палатница. Ведите его. Встать. Эти, товарищ капитан, ну просто чудные люди. Как малые. Просто малые дети, божьи дети, пока живы. Выводи. Ну, пошли. Встать. Почему в палатинск? А это, голубь, не наше с тобой дело. Мы должны исполнять свой приказ, понял? Давай. Прыгнул с нары. Мазя. Топай, башня. Эх, жизнь моя бегала. Мотки снять набери. А ну, сморщил жопу. Пошевеливайся. Не растягиваться. Подтянулись! Пошли! Абақтыда айдан күннен жаңылдым. Сарғайдым ғой сары даламды сағынды. Қарашығым қолыным деп сарлаған. Алыстағы сорланды сағынды. Жатқан үйім қабырғасы қаратас. Жарық жылы күнге жаны қаз, ауыр ес, ылғи қара көлеңке, ерте кеште күн үстіне арылмас. Сапал салқын тым қараңғы үңгір тар, есігімде мықты қара құлып бар, көп кішкене терезелер темірлі, мұнда үйден күн кестілер ашшы зар. Алтын күнді қара жерді сағындым, жан жолдасым жүйрік желді сағындым. Асаутайдай еркелетіп өсірген ағайынды, туған елді сағынды. Әлде қайда күн шығады, батады. Сорлы тұтқын күңіреніп жатады. Қарар болсаң терезеден темірлі көздеп тұрған күзетшілер атады. Ас боламас асық сорпа қаранан. Алма бетте қалмады ғой тамшы қан. Қоңырау қағып оятады ақырып, тым болмаса сібірлеп те атпайтан. Не растягиваемся. Подтянулись. Ну ты чё, декабрист? Шо вон. Двигай. Я тебе...
Пошел тебе, говорю, мразь. Быстро, залезай. Сел. Ноги. Ноги подбери. Первый. Первый. Второй. Второй. Третий. Третий. Четвертый. Пошли. Четвертый. Пятый. Пятый. Шестой. Шестой. Седьмой. Седьмой. Шестой. Пошел. Давай, декабрист. Седьмой, это куда, старшина? В одиночку? Да. Үнсіз айқайдыңда, үнсіздігін айды екен жұртқа. Сөйлесем сөзіммен ұрып, үнсіздігін ұқталсам әлемді жалғай. Тұйықтығым сөйлескенде көрінім, үнсіздікпен баш етпемін бақытыпты. Жансыз денем солқ түсім жатса да, өмір түні құлақ сияқты, сылдырғағы бөтер екен, кетер екен. Өткен күндір ой қаралса, сені ғана елестетемін. Сенің ғана бейнең жарық сәуле түсіріп, жылытады кептепті. Тіршілік күйбең жалған ай. Есіңде мәлесіп. 85 жылдың көктемінде вокзалды екеміздің жолыққанымыз. Мен сонау алыстағы қиыр шығыстан тынық мұхитмен жағалауынан оралған. Иә, Азат, есімде. Есімде әрбір сән. Әрбір күнім есімде сені күткенім. Өзіңді үш күн, үш түн толғаны қуана күттім шыдамсыздықпен. Әрбір келген кеткен пойыздың есік терезелеріне үміттене аңсай қарайтынмын. Таңның атысы мен күннің батысы кейде түнге шейін күтіп қалушы. Күнде осында келер алдында өзіміздің төбеге барып күннің алтын нұрындай жайқалған көктемнің есі аңқыған дала гүлін сарғалдақты теріп келуші едім. Екеуімізге ұнайды. Дала гүлінің хош иісі балалық кезімізді, бақытты сәттерімізді еске түсіреді. Сағынышым арта түсетін өзіңе. Өзіңнен айтын сарғалдақты көргенде айтушы еді. Күннің сәулесіндей сарғалдағым жылытшы бізді де. Есіңде ме? Иә, Ләззат. Ләззатым, бәрі-бәрі дейсің. Бірақ 86 жылдың 90-дағы сүкіру шалған. Аязды күндері есімде. Сонда мен осы темір жолдың бойымен үйге ауылға қарай қашып келе жатты. Жаурап жасынап. Таланған бөрін күшігіндей үсті басым суық-су мұз қатқан. Аяз қарған бет аузым көгала қойдай жаралып. Аяғым дәрең сүйреп келе жатты. Осы темір жолдың бойымен асығып, шаршап, шалдығып, ашығып келе жаттым осы сонда мен. Желтоқсанның ызғары сіңген денем қаусылған. Күнде. Түнде ме ясықтым ауысымды мен. Ұясына сыққан көп өрінің күшігіндей. Бірақ ұяластары жатты қансыра. Аузынан қараған аққан көп өрінде жатты өз ұясында. Мәз болған аңшылар терісін сойды сыпырып. Алып қасқырдың. Тасада қалған өлтірігін көзінше. Ялі сәт. Өмір дегеніміз осыншалықты сұрқия екен қой. Хотя тут он просто. Ладно. Ну, давай, пока. Адрес мы записал? Я. Ну, давай, пиши тогда. Алжақты. Шынықай. Эй, но біздің сарқылдақтар ғой.
Назад! 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 Тухан, да я день был в Пекинце. Ты не выберки. Я? Ягнитка, что ты хотел бы? Что, не понял, что ли? Мы здесь встретимся, я тебе порошок сотру! Да ты стой, да я же тебе метлу твою порву, ну, понял ты? Там, падла! Да ты кому это? Ты кому это сказал? Ты шакал, а? Да ты, ты тебе сказал, тебе! Ах ты гад, это я же тебе... Ты где же свои слова-то отвечаешь? Да я ж кричу, я молись, нет у тебя, труп ты уже, понял? Все, убей! Да я тебя гад убью! Кто я тебя шумел? Разорву! Шумел кто? Смотрешь, падла, ты не понял, что ли? Пальцы заткни свою! Ахтеев, ко мне! Бегом! Почему у тебя до сих пор этот в камере сидит с малолетним? Нет, товарищ старший. Товарищ капитан. Что случилось? Товарищ капитан, тут особый бушует. А почему этот один? Я так, здесь начальник. Так вы же. Что? Часть ходили. Ну что, барон, что ли? Вот этого особого переведите сюда и живо. Я думаю, что государственную тайну друг другу не расскажем. Не расскажем. Ходи. Не расскажем. В стене. Так, падла, предупреждаю. Будешь буянить, сам лично подбивай все почки. Понял? Так, начальник. Вперед. Ахтеев, за мной. Иди за метло, я вырву сейчас тебе. Успокойся, ты что, не понял, что ж это? Падла. Что, да, издевался там, а? Да я тебе сейчас гортань вырву, ты! Успокойся, ты падла! Да я тебе же разорву сейчас! Да, да я сдать тебя! На! 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 Thank you.
осужденный Ергалиев продолжает голодовку. Уже четвертый суд. Сюда, снимай. Встать! Налево! Налево! Спиной ко мне! Крупнее снимай. Налево. Считаете, что вы обвинили и приговорили меня к высшей мере? Но не забывайте, что вы сами себя приговорили. А то, что было с моей стороны покушение на жизнь дружинника, это ложь. И к поджогам автомашин, к нападению на милиционера не имею никакого отношения. Никакие обвинения не желаю на себя брать. Да, я был на площади, но я не совершал никакого преступления. Просто хотели высказать свое отношение к имперским амбициям ЦК Компартии, что с ее решением не согласны. Но я верю, что через 10-20 лет нас оправдают. Алин Баурларм, Ахмед Байтурсын ағамыз бізге лай деген. Қазағым, елім, қай-қай белін сынуға тұр таянып. Талауда малын, қамауда жанын, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәл ұйқын, ұйқтайтын бар, не сиқын. Дәрігер шақырау. Мен есікті ашып іш. 4-5 күн болды тамақ ішкен жоқ. Ішін шықтым. Ішін шықтым. Ой, әкем. Нормально ма? Спаси его. Пусти. Смотри, давай. Да, ну, держите. Шакал. Держите, держите, крепче, крепче. Падла. Арка, ложите его туда, ложите его. Что-то успокоился, да? Держи его. Вот, ну. Сейчас мы тебя... Свой хозяйчик ты ведем. Он тебя успокоит. Свой хозяйчик все шлаки повыгонит. Ну, а теперь... Я 3-4, как мертвый. Беспокоить не будет. Декабрь. Уберите его. Бросьте на шконку. Давай откинем. Дядя. Ой. Все, пошли. Да. Thank you.
Айналайын азатын, Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясына хат жазып қайттық. Бір қуанышты жай, желтоқсан оқиғасына қатысқандарды толық аттатып, түрмеде тар қапаста отырған сендерді тезірек шығарып аламыз деп, бүгінгі күндері қазақ жастары толқын үстінде. Үш күннен бері, сіркіреген жаңбырға да шыжғырған күннің аптабына да қарамастан, олар аштық жариялап, жас өрім жігіттеріміз бен қыздарымыз үлкен саяси айқасқа түсіп жатыр екен. Сол 86 жылғы жыл 90-да ауылғы үйінде екеміздің көпір үстінде сөйлескеніміз әлі есімде. Мен сені түсінбей, бекер айтқан сөздерім үшін кешірім сұраймын. Жаста болсаң сенің ашы сөздерің шындықтан біз білсек айта алмай жүрген өзектер екен ғой. Иә, өткен 1989 жылғы көкек жыл 90 айларында басталған бүгінгі жастарымыздың саяси акциялары Қазақстанның егемендігін жақындататын үлкен жеңісіміз болмақ. Абайла қарағым, әлі де болса қара күштер шындықтың бетін аштырмауға тырысады. Тырысып та тырмысып та жатыр. Өз көзіммен шет жағасы көріп та қайттым ауылға. Осы үш күннен бергі Қазақ СССР-нің жоғарғы кеңесінің алдында аштықта жатқан жігіттерімізбен араласқаннан бері көптеген 86-ның небір сойқандары айтыла бастады. Халыққа әлі де болса шындық айтылмай жатыр. Әй қайдам, сол шындықты желтоқсан ұйымындағы жастарымыз дүниежүзіне паш етіп жариялай алса болғаны. Жақында Сейданкаға рұқсат алдық. Көріскенше азат. Сәлем мен ағам Айдар. Уақытша изоляторларда, арнайы тергеу бөлмелерінде, және СИЗО-ға, түрмеге қамалғандар мен үскірік аязда, қала сыртында қоқырсықтарға апарып тасталынғандар есептегенде, 10,000-нан аса адамның тұтқындалғаны анықталды. 2,000-нан аса адам ауыр жарақат алды. Ал қаза тапқандардың, белгісіз мәйіттерде жатқандардың саны әлі анықталды. Алматыда 1986 жылдың желтоқсанында болған оқиғаларға байланысты комиссияның шешімі. Алматы 1990 жыл 40-тың 24-ті. Поводу Иргалеева? Да. Я привез указ Верховного Совета СССР из Москвы. Секундочку. Вы? Да. Ну, ведь такие бумаги идут к нам по фельдъегерской почте. Я в курсе. Мне звонили из ЦК. Ну-ну. Посмотрим. Ну что, мы готовы? Идемте. Что скис, товарищ подполковник? Идем-с. Такой день. 8 марта. Женщины ждут. А тут вы... Прошу. Да. Когда вы появляетесь у нас или звоните нам, у меня появляется какое-то предчувствие. Да? Неужели у начальника СИЗО бывает предчувствие? И какое оно у вас? Ну, какое-никакое. Да ладно. Мне надо быть в детском саду. У дочки на утреннике. Я председатель родительского комитета. Будем поздравлять наших мам.
ответственность. Понимаю, понимаю. Ничего, вы еще успеете на солнце. Дело-то плевое. За спину. Ваше имя, фамилия, отчество, срок. Ергалиев Азат Иманбаевич. Статья 88, высшая мера. На ваш запрос о помиловании мы получили постановление Верховного Совета СССР из Москвы. Рассмотрев ходатайство о помиловании Ергалиева АИ, осужденного Верховным судом Казахской ССР к смертной казни, предложение в связи с этим Верховного суда СССР и прокуратуры Союза СССР, учитывая первую судимость, молодой возраст, семейное положение, данные положительно характеризующие его в учебе, досуждение, Президиум Верховного Совета СССР постановляет помиловать. Рождение 1966 года, уроженца Ленгерского района Чемкентской области, и заменить ему смертную казнь 20 годам лишения свободы. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Громыко, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Менташашвили. Вы помилованы. Ты понял? Высшая мера наказания заменена отбыванием срока в колонии усиленного режима, сроком на 20 лет. Распишись. Где? Вот здесь. Здесь тоже. Расписывайся. А почему чистый лист? Расписывайся. Ну, почему чистый лист? Не твое дело. Расписывайся. Ну. Кому говорят? Вот так. Подарок ему привезли, товарищ полковник. Ну, это у пацана самое страшное позади. Ну, у нас это страшное впереди. Его не удалось ликвидировать. Теперь одиозные личности стали политической фигурой. Мучеником? Нет, политической фигурой. А что вы хотите этим сказать? Дискредитировать? Мы свое дело исполняем согласно договору. Ергалиеву, хорошо, будь сделан. Давай. Вы хоть и важный контор, но матери у нас с вами разные. Мы министерство. Зато отец у нас один. Общий. Пес. Да. Гриня, Дэджел, поддержи, пускай поднимется и тащи. Давай. Ну, давай. Кончайте игры, кончайте. Давай, подтяни цифры быстрее, а то волос уходит, бля. Асса. Четыре куша. Атас, братва! Ласенко на выход свищу. Ты слез нас! Притар зарики, притар. Что надымили? Горит что-то? Шмотки собери, шмотки быстро. Кешер где, кешер? Возьми кешер, кешер. Эй, Абдулла, давай шмотки ларжина, перегами. А тут же. Там она и была. Хоп. Ладно, давай. Салам, братве. Терень узентер. Қайықтар жүзген шым басып сұлады. Әскери күймелер тоғысқан жоқтарды шым басып сұлады. Заходи. Салам, бунтарь. Да я тебе же разорву сейчас! Я тебя! Вот схлестнулись. Земля-то круглая. Видишь, как бывает, а? У-у-у! Да я смотрю, тебя, бедолага, зацокали.
рожи беспредельные. Да бы я. Ну что молчишь-то, а? А? Отморозился, что ли, совсем, декабрист? Ну что, грешки-то помнишь свои? Чего ж ты, бунтарь, за календарем-то не следишь? Восьмое сегодня. Так-то. Ты чего тусуешься, да? А? Тоску на душу наводишь. Чего? Ты чего хочешь предъявить? А? Помнишь, на этапе? Ну? Побакланили мы с тобой. В Столыпине. Помнишь? Ну? Вспомни, вспомни. Ну? Вспомнил? Как из хаты меня выломил. А если вспомнил, значит, въехал. Долги я с тебя спрошу. Спать пойдешь. На пятак. Маляки! Пашот. Думайте. Долго думайте, Масич. Хожу, хожу. Нет, забыл! Чего волнуйтесь, полковник? Все идет своим чередом. Шаг. Ну, на! Здорово, голова! Плюс! Я! Я! КГБ всегда чистенькие. Ловить шпионов, врагов народа. Если кому башку сверну, зовете нас. При чем тут мы? Вполне приказ. Понятно? Так. Тащи баланду быстро. Чего надо быть? Обедать будем? Будем. Давай миски. Это его миска. Запомни. Его. Понял. Не забудь. Давай свою. Ну. Держи. Не забудь. Поешь. А то помрешь с голода-то, а? Аппетит себе. Проголодался, небось. А ты чего сам-то не ешь? А? Да успею.
Чего? Что подсунули, суки? Ты что, натурит, а? Господи, а? Завери, а? Кто там, а? Кто там, а? Откройте! Кто есть там кто-нибудь, а? Откройте! Люди! Финляндийский продюсер, жена журналист. А сегодня мы посмотрим не еще не этот фильм, а фильм, снятый в прошлом году в Алма-Ате, о том, как начались межнациональные конфликты в Советском Союзе. Они не начались ни в Тбилиси, ни в Карабахе, а именно в Алма-Ате в 1986 году, в декабре 1986 года, когда погибли там, погибло там, по некоторым данным, до 168 молодых алматинцев. Тогда нам, корреспондентам, нас туда не пустили, не пускали туда. И нам сказали, что погибло один, может быть, двое. Признать, что мы 70 лет жили в обстановке лжи и фальсификаций. Причем такой лжи, которая воплощалась в государственных органах и институтах. К сожалению, в эту систему государственной лжи, я иначе это назвать не могу, был втянут и орган, который вот мне довелось возглавлять, Комитет конституционного надзора. Последняя неделя – это не просто дни и не просто время. Это эпоха, отделяющая нас от всей прошлой жизни. Мы празднуем победу демократических сил над реакцией. Низкий поклон москвичам, груди уставших на пути тех, кто готов был загнать нас обратно в стойло тоталитарного режима. Мы глубоко скорбим о погибших на улицах Москвы, ценой жизни защитивших молодую демократию. В этот час мы не можем и не вспомнить и всех тех, кто также самоотверженно вступал в борьбу с реакционными силами практически во всех регионах страны. Студентов Алматы еще в 1986 году, вышедших голыми руками против военной техники. Жертвы Тбилиси, Еревана, Баку, Вильнюса, Кишинева. Демеп жүрер арқада, болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері түрк қазығы айбыны, туған тілі сатылмайтын байлығы, туған дәстүр салтынасы тілегі қадамына шуақ шашар өнемін. Және туған тарихы ескалуға қаншама ауыр әрі қасыретті болса да. Төрт анаға әнін жалғай алмаған, пенделердің басы қайда қалмаған, төрт анасын қорғамаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана тағдырыңның тынысы, төрт ана үшін болған көз, өз төрдің ұлысы.
желтоқсан оқиғасы осы төрт ананы қорғау үшін болған күрес. Демек, бұл күрес қазақ қалқының бес қасырлық арманын айналған күрестердің ішіндегі ең нәтижелісі, ең ұлысы атанып, ата тарихымызға енді. Я же не хотел. Господи, да что же это такое? Господи, я же не хотел этого. Я же не хотел, Господи. Я же не хотел этого. Господи, я же не хотел этого, Господи! Господи, прости меня. Прости. Дышишь? Дышишь? Да ты чё, Анатолий? Да ты чё? Ты чё? Браток, да ты чё? Дышишь? Да ты... Сейчас я тебя, подожди. Поднимись, я тебе сейчас. Сейчас я тебя. Так, ты что? Тебя брить домой, а? Ты подышал, а? Чего, черт побрить? Сейчас, подожди, мы тебя... Давай, подойдем. Ну? Ты в натуре, да? А я, слушай, а я кричу. Вот. Сейчас тебя вытерти, ну? Ну, давай, дыши, дыши. Сейчас, подойдем. Сейчас. Слушай, дыши, дыши, задышишь. Ладно, давай, тебе раз. Да человеку плохо! Ну откройте же вы! Да не слышим! Ну что, не слышите, что ли? Откройте! Люди!